Спешу на помощь. Вот и добыча! Рядом! Идиоты всегда ходят парами. Это же полосатый заклятый враг Серого. Отдай артефакт. Слышь, сволочь безымянная. Я об одном жалею, полосатый. Что не... Еще свидимся, предатель. Облава! Вот и добыча! Пах! Расступись! Взять! След взят! На! Спешу на помощь. Вот и добыча. Мой безымянный друг, и мне, и моему лорду уже давно пора бы объяснить, о каком артефакте скулили твои бывшие дружки. Да. Вы имеете право знать. Идем к... Погнали! Рядом! Кива, о каком это артефакте речь? За что свою кровь на Прайм проливаем? Подарок безымянного из Прайм-зоны. Осколок былой мощи Старой Империи. Вот только пока не совсем понятно, что за сила в нем скрыта. Тю, эти громкие слова ничего мне не говорят. Зато артефакт, похоже, очень много значит для Чуди. Вам не кажется, что все проблемы именно из-за него? Кажется. А еще мне кажется, что он может чуть уничтожить. Это почему ты так решила? Экспериментировала. И мне уже совершенно ясно, что артефакт впитывает Прайм. Но и у него есть предел. И если артефакт переполнится, то произойдет взрыв, уничтожающий весь Прайм в округе. А нет Прайма — нет и Чуди. И нет героев? Не знаю. Думаю, героям придется не сладко, но они выживут. Друзья мои, если бы вы знали, как я люблю взрывы, давайте его зарядим. Ну, пожалуйста, пусть рванет. Мы можем это сделать. Принцип работы аналогичен зарядке Праймом героев. Достаточно просто убивать чуть. Прайм сам впитается в артефакт. И что мы тут тогда время зря тратим? Вперед! Сезон охоты на чуть объявляю открытым! Спешу на помощь! Пах! Взять! А! Травля начинается! Вот и добыча! Тебя, Серого! След взят! К ноге! Затравили зверя! Посмейся! Рядом! Погоди, не убивай! Дай сказать! Чего ты ждешь, приятель? Добей его! Эй, погоди! У меня к нему накопились вопросы. Да он просто тянет время. Убей его, или он сбежит, как в прошлый раз. Скорей! След взят!
На! Зря! Проклятье! Все бойцы превратились в чуть! Зато артефакт напился Прайма. Давайте, поднажмите, осталось чуть-чуть! Вот и добыча! Так-то ты держишь свое слово, безымянный. Галю! Расступись! На защиту! Ну, кто на меня? Вот и добыча! Готово. Артефакт зарядился. Сейчас рванет. Поберегись! Есть! Все, как я и рассчитывала. Ну и взрыв, ну и артефакт. Безымянный, тебя сейчас, по-моему, стошнит. Ива, что ты наделала? Ты что, на смерть своего безымянного и моего чудо-героя ты тоже рассчитывала? Ведьма! Издержки эксперимента. Не переживай, сейчас всех воскресим. Победа!